Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам расскажу, как изменилась жизнь участниц шоу «Холостяк» после проекта. А вы мне напишите в комментариях, за какую холостячку вы болели. Лена Кужухарь после проекта вернулась к своей основной работе – бренд-менеджером в компании по продаже парфюмерии и косметики. Ведет свой Инстаграм. Алина Лещук после проекта продолжила писать Максу. А на проекте даже пригласила Макса на свидание. Конечно, это был момент шутки, но никто не обратил на это внимания. Но один факт ее фразы говорит о том, что к Максу она неравнодушна. Как призналась на постшоу, хочет стать стюардессой и даже прошла отбор. Продолжает заниматься пением, ведет Инстаграм. Аня Неплях. После проекта решила больше не сниматься в подобных шоу, а также стала меньше доверять людям. Предпочитает узнать человека, а только потом открываться перед ним. После проекта продолжила писать картины и занимается спортом. Как и многие другие участницы, ведет свой блог Инстаграм. Из хобби выделяет верховую езду и путешествия. Кристина Чемоданова после проекта долго не могла найти себе место. И до того, чтобы отвлечься, вместе с сестрой поехала в Париж. Однако и путешествие не смогло ей помочь, и поэтому девушка обратилась к психологу, чтобы найти ответы на свои вопросы и отпустить Макса, к которому уже у нее были чувства. При помощи психолога смогла вернуться к полноценной жизни, ведет свой Инстаграм, снимается для рекламы. Дана Аханская, которая больше известна как просто Дана. После проекта по просьбе поклонников решила продавать майки со своими принтами, которые можно было увидеть в одном из финальных выпусков. Кроме того, выпустила сборник своих стихов, а также записала песню, когда один из музыкантов написал музыку специально для ее стихотворения. Даша Ульянова. После победы в проекте на некоторое время рассталась с Максом. Она уехала к родителям, пока Макс решал свои рабочие моменты. Во время встречи Макс признался, что у него была интимная связь с другой участницей, что и стало причиной расставания. Девушке понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя, и сейчас она начинает обучение стретчингу. Напишите, какая холостячка вам нравилась больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!